выбрали? Да, выбрал. Я слушаю вас. Я хотел бы вкусно пообедать, но у меня мало денег. Простите, как это мало денег? У нас ресторан с высокими ценами. Советую вам сходить напротив, там есть дешевое кафе. Вы меня неправильно поняли. Дело в том, что у меня нет русских денег. Нет рублей, да? Не могли бы вы быть так любезны и покормить меня за евро? За евро? Евро. Вообще-то у нас это не положено. Положено. Давайте я положу ее сюда, и мы будем считать, что оно положено, да? Вы знаете, здесь недалеко есть обменник. Вы можете сходить и поменять. Дело в том, что я жду человека. Не могли бы вы послать кого-нибудь в обменник? Курс мне не важен. Пусть человек поменяет деньги. Вы возьмете за хороший обед сколько надо. И сдачу принесете мне в рублях. 150 евро. Что? Я говорю, хороший обед, 150 евро. Все включено. Еда, напитки, ваши гости и посыльный в обменник с хорошим курсом. Хорошо, меня устраивает. Тогда я сейчас все быстренько организую и сам сбегаю и поменяю денежку. Да, поменяйте. Вот. Поменял. У знакомого. Уж лучше, чем в обменнике. Горячее будете? Да, пора. Тогда я сейчас принесу наше фирменное блюдо. Вы что предпочитаете, мясо или морепродукты? Это не важно. Главное еще столько же. Так сказать, на бис. Да, на бис. Хорошо сказал. Бегу. Что-нибудь еще? Можно. Знаете, у нас есть прекрасные десерты. Тирамису не желаете? Нет. Только водка. На бис. О, молодец.